Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Ваня и 12-я серия All-in-One Modpack с Ваней, который устраивает тут не пойми что. Кстати, все дурацкие луки, было бы неплохо отправить в не менее дурацкий Savager. А то что это они у меня тут валяются. Так, я добил Гая Гвардиана еще немножечко, починил бронюшку. Кстати, броня опять поломанная. Но взрывы визора и броню просто ломают. Что с этим делать, абсолютно непонятно. И, собственно, самый большой демок — это то, что я стою рядом со взрывающимся визором. Так больше поступать нельзя, мы сегодня что-нибудь придумаем. Так, луки, чертям собачьим. У меня есть куча разного барахла из Гая Гвардиана. Единственная проблема — больше хороших шмоток не дают. Ух ты, всякое. Вот, больше ни колец, ни шлемов, ничего. Так что давайте сегодня сделаем что-нибудь другое. У меня есть слитки для починки брони. У меня есть 4 Незерстара. У меня где-то есть аугмент, они называются. Да, я делал себе аугмент. Нет, у меня нету аугмента. Давайте сделаем себе один аугмент. И посмотрим, как из этого аугмента, ну, собственно, по-моему, вот это АОЕ, сделайте флайт аугмент. Просто с красной эссенцией, не вопрос. Делаем себе флайт аугмент. Пинг. Так, 4 Незерстара. Какая красота, наконец-то Незерстары. Но, к сожалению, их особо не поиспользуешь. Пинг, 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 пинг. Готовченко. У нас есть самая важная, самая ценная штуковина. Можно, конечно, сделать флюгер тиару. Кстати, может быть. Флю. Просто если я сейчас ставлю вот эту штуку в броню, я что-то потеряю. Так, где у нас тиара? А тиара, для того, чтобы сделать тиару, нам нужно посетить Йент. Мы сделаем тиару. Может, я сейчас зря Незерстары потратил? Может быть. Но все же. В чем проблема? Флайт вставляется исключительно в честплейт. А в честплейте у меня армор. Поэтому вытаскиваем Fire Resistance из ног. Вытаскиваем вот это вот. Вот этот армор из брони. И вставляем этот армор в ноги. Так, у нас остается Fire Resistance. Жаль, конечно. Но полет того стоит. Да. Во, теперь я могу. Если бы у меня еще вот эта штуковина была креативная, я бы мог бы... Я бы тут все застроил. А если бы у меня еще Dunk 0 был, при помощи которого... Из которого берут вот эти копипаст-гаджеты. А у нас нет совершенно случайно Данка. Нет, Данка у нас нет. У нас есть Пенданты. Это будут пенданты. Зачем они нам нужны, не знаю. Но, кстати, если они есть. На, ладно. Все равно облом. У меня пендант на шее занят. Так, а в какой слот они идут? Не классе. Мандейн билд. Не, ладно. Можно, кстати, себе еще сделать ремень. Аж какой ремень можно сделать из мандейн билда? Билдов левит... Почему я его не сделал? Билдов левитейшн. Тупо. Глиф Лонч, все делалось. А еще можно сделать Belt of Unstable Gifts. Согласно энциклопедии юных сурков, релиз ноты, Magical Equipment, Belt of Unstable Gifts дает мне поушен эффекты на короткое время, разные, те, которых я не просил. Бывает. Так, а что такое Tainted? Так, а стоп, а... Причем в Гайя 2 мы делали Relics of the Aesir 2. А вот интересно, есть Ritual of Gaia 1 и Ritual of Gaia 2. А есть Relics 1 и Relics 2. Вот что такое Relics 2? Resolute Eevee. Насколько я помню, если мы фигачим... Кстати, давайте какие-нибудь сидсы-то сожжем. У нас тут лишнего Stone Seeds есть. И вот эти точно лишние. Это что-то ничего не сжигаю. Такс. Хорошо. Давайте сделаем себе террастива.
Еще немножечко тирастивы, на самом деле, тирастивы хватает. Так, из тирастивы сделаем Гая Спиритов, самый Гая Инготов, один. И пойдем проверять. Вот он, бой у нас без, то есть первого уровня. Я себе, кстати, сделал специальный спел «Хилка без вексов», потому что хилка с вексами рождает вексов, а они вот этого чувака тыкают, и он телепортается. Поэтому чем больше у меня вексов, тем хуже я по нему попадаю. Так, ну ладно, посмотрим, какой лут мы получим с этого боя. Ага, Dice of Fate я не получаю с первого боя. Хорошо. А давайте получим Dice of Fate. Просто я их бросаю, и они у меня не работают. Это непорядок. Так, а тут нам дали, понимаешь ли, Dice. Если я его сейчас использую, из него ничего не вывалится. А мы поступим странным путем. Складываем барахло сюда. Идем к эльфам. И швыряем сюда Dice of Fate. Что будет? Ну, подношение они приняли и не отдали. Ладненько, в общем, все, Dice of Fate абсолютно бесполезно. Можно их в рамочке напихивать. Так, из интересного крафта. Где моя белая коробка? Вот моя белая коробка, у меня есть два кольца. У меня есть вот это желтое кольцо. Кольца можно объединять. Чпок. Нет, только на крафтинг-тейбле. Ну, бывает, да. Так, как-то вот так должно объединиться. И что-то они не объединяются. Так, вероятно, их каждое надо поносить на себе. Эй, отдайте мне. Тут написано, что... Стоп. Ты одел, что ли? Нет. А где мои ринги? Вот мои ринги. Так, все ринги выбил я. Они, по идее, должны быть принадлежать мне. Я их все потрогал. Почему я иду вперед? Так. А я могу их одеть. Ладненько. Собираем их. И они не крафтятся. А почему они не крафтятся в единое кольцо? Интернет говорит, что должны. Зеленое, красное, синее. Зеленое, красное, синее. Может, нужен обыкновенный крафтинг-тейбл? Обламинго. Полностью обламинго. Ну, ладно, на самом деле меня интересует только зеленое. Ведь оно? Нет, не оно, не зеленое. Так, значит, синее. Оно? Не оно, значит, красное. Оно. Такс, хорошо. Кольца у нас есть, кольца выкидываем. Летать мы умеем. А Гая Спирита у нас столько, что хоть залейся. Надо что-то делать полезное. Так, давайте посмотрим, что у нас. Барахло, барахло. Надо это барахло переложить. А вот это что, почему у меня два монотаблета? На самом деле, два монотаблета мне надо. Так, стрелы есть, все есть. Ботания нам не нужна будет. Кстати, выложил таблетки с маной. Сразу начал медленно-медленно ходить. Так что да, пояс ману потребляет. Так, нет, стоп. Да. Забираем вот этот и расшвыриваем. Типа ресурсики. Итак, если мы сходим куда-то вот сюда и тут залезем сюда, мы возьмем 6 эндер-порталов. Если мы подойдем к нашей АЕшечке и скажем еще 6, пожалуйста, то вуаля. Так, ну и соответственно нам нужны эндер. Ая. Где мы это все установим? Я боюсь, что где-то здесь. Он же не шумит, правда? Так, он 3 на 3 на 3. 5 на 5. Это значит, он такого же размера, как вот эта штука. А может так и сделать? А чего бы нет? Вау, я летаю!
Ведь визор же его сломать не сможет. И я его сломать не смогу. Твою дивизию, а он, или он ломается? Неправильно установленный ендер-портал. Хорошо. Shift, клик. Нет. Ну, что я сделал, а? Почему так он должен был быть? Так, как это дело починить? Пистон. Ну-кась. Я боюсь, что пистон не сделает, но наверняка есть какой-то способ его аккуратненько передвинуть. Нет. Да. Так, ну все, последняя надежда. Не сработало. Ладно, хорошо. У меня этих эндпорталов, извиняюсь за выражение. Даже место менять не будем. Кстати, а почему я не использую эти эндпорталы как способ защиты от визора? Хороший вопрос. 10, 11, 12. Так, ставим заново. Мы ж тут ничего не испортили еще, правда? Так же можно? Надеюсь. Вот так. Так можно. Сработает. А их не криво поставил? Нет, не криво. И? Это точно портал? Да. Лава нужна. А можно... Так, а вот теперь я что-то не понимаю. Но книжки, которая бы нам что-нибудь рассказала, конечно же, нету. Книжку можно почитать? Help. Да, мне нравится ваш модпак. Автопин не надо. Но почему не работает ендпортал? Он должен работать. Или его как-то специально хитро ставить надо? Не, ну тут мне, конечно, объяснили, что я все сделал неправильно. Но черт возьми, это... Продолжаем разговор. 9, 10, 11, 12. Правильная установка портала заключается в том, что ты стоишь в центре, у этого портала, оказывается, есть стороны. И он должен своими сторонами смотреть в центр. Черт возьми. Но придумывают же. Не, ну серьезно. Так. Вот теперь проверяем. Какой звук? Какой знакомый звук? Это эндпортал, господа. Такс, что дальше? Дальше. А мне вообще-то оттуда хотелось бы вернуться. В принципе, я могу и дракона завалить. Вот, но возврат в назад хотелось бы. Поэтому... Мы идем в наш остров Сорцери, берем нашу книжицу и... Привет. А как ты сюда попал? Словно упал. Затмение скоро будет. Такс. Меня интересует... А, стоп. Мне нужен еще один целестиал. Причем наверняка... Не один целестиал, может быть, некоторое количество целестиал. Так, рунд марбл нужен для него. Рунд марбл кончается. Так, сколько у меня их будет? 5 порталов получится. Ну, окей. Значит, делаем 5. Ну, неудобно. Неудобно без маны бегать. Вот это другой разговор. Так, что нам еще нужно было на целестиал алтар? Черный, 5 камней. Пыль и золото. Пыль кончается. Она, кстати, сейчас совсем кончится. Придется делать. У меня еще и палки вот эти кончатся. Бывает же. Работает. Портальщики так быстро делаются, когда у тебя достаточно Старлайта на алтаре. Прям вообще шикардос. Эй. Что не хватает? Не хватает еще 2 камней. Хорошо. Камней мы вам из эссенции наделаем столько, что вы удивитесь. Так, 5 порталов.
Хорошо. А вот теперь для этих 5 порталов, к сожалению, нужно а. настроенный Wilden Gadget, б. Полный набор материала. А Destruction Gadget не может удалить Yen Portal Frame. Ну, на самом деле, чё я? Напортачил. Так даже прикольнее. Так, Shift-клик. Клик. Area Copied. Shift-клик. Так, все. А сколько нам нужно? 20 с тоненькой полосочкой, 4 с легенькой полосочкой, 4 с простой простыми полосочками и 25 сути. Так, то есть я могу таскать с собой материалов на 2 портала. Сути. Пожалуйста. Нет, вот здесь сути. Сути, пожалуйста. Нет, не арч. Нам нужен тупо марбл. И его нам нужно... А это... Как так уголь кончился? Вы чё? Уголь не может кончиться. Так. Сути. Сути, понимаешь ли? Да. Это 3 портала. А, нет. Три портала это 75, к сожалению. А, соответственно, вот это вот. 2 портала. Ну, просто он показывает штуку, что 25 надо черного. 40 с тонкой полосочкой и 16 квадратненьких. И, собственно, вот это вот. Материал на установку 2 порталов. Круто. А почему я сделал 2? А надо на самом деле 3, потому что один я сразу установлю, а 2 буду таскать с собой. Так вот, один набор всегда можно таскать с собой, если я вдруг захочу что-нибудь поставить. Вот только, чтобы такое выкинуть ненужное, чтобы влезло нужное. Ну, наверное, вот это мне больше уже никогда не пригодится. Да и вот это мне тоже никогда не пригодится. Все остальное пощай будет. Большое спасибо вам, скафолды. Вы в свое время очень сильно меня спасли. Так, и 2 портала запасных, просто чтобы не кастовать их. Ну, то есть это не крафтить. Вот, можем сразу поставить по прибытии. Ура, все нормально. Единственное, что нужно понять, где. Но мы, скорее всего, появимся в каком-нибудь таком месте, в таком месте. Так, ну что, лук есть, стрелы есть. Лук есть, стрелы есть. Яблоко есть, все есть. Смотрим. Я в этом энде еще ни разу не бывал. Ну, в общем, энд. Неплохо. Копипастим. Пейст. Нам, пожалуйста, эту штуку. Встанет вот здесь. А ее же можно в воздухе спейстить. Главное, чтобы никакая сволочь не вздумала думать ничего. Работает. Одна проблема. Ну ладно, это что? Неизвестно, что это. А это Yent. That home. Это Незер. Так, стоп. Как отсюда выйти? Фигасе. Я бутылочки не взял. Извините. Мне домой. А можно вот встать вот, вот тут вот? Чтобы стоять вот тут вот. Плохой дракон. Да. Ладно, что такое Yent? Ну, в общем, Yent. Обыкновенный человеческий Yent с драконом и кристаллами. Ладно, разбираемся с этим товарищем. Хотя нет, какой разбираемся с этим товарищем? Я баночки не взял. Пошел к черту. Так, вроде тут нормально почистилось. Это home, и нам туда. Такс. Во. Баночки, пожалуйста. А баночек-то нету. Баночки надо делать. Так. Стоп, может, мне не надо ману и не надо быстро летать, потому что я... То есть быстро бегать. Потому что я могу быстро летать. Хани, пожалуйста. О!
Процесс пошел. Надо, конечно, это автокрафтить было, но... И так работает. Нет, вот это нам не надо. Так, ладно, банки есть. Я, конечно, сейчас наберу Эндер Эйра. Но, с другой стороны, почему нет? А где моя? Да. Вот, я ее чуть было с собой не забыл взять. Это было бы глупо. Так, ну и так как мы там будем гулять, надо взять побольше урн для перетаскивания всякого барахла. Мана-таблет, наверное. А, у меня есть запасной. Да, у меня с собой есть запасной. Ну что, идем смотреть. А, смотреть. Не, пошли через этот портал. Через этот круче. Правда, он неудобный. Такс. Дорогой дракон. У меня для тебя хорошие новости. Смотри. Вот здесь хожу я. У меня в руках паночки. Стрелять будем? Ну, а пока ты думаешь, будешь ты стрелять или не будешь, я тоже постреляю. Я не помню зачем, всю жизнь мне нравилось собирать вот эти штучки. Вот, наверное, в этот раз мне их тоже будет хотеться собрать. Но на самом деле они мне не нужны. Спасибо, черт возьми. Стрелять-то будешь? Или я тебе в пузо сейчас мечом ткну? Так, ну давайте смотреть, куда он стрельнул. Ой, а что это? Что с порталом? Ужас какой. Ну ладненько. А что такое? Это всякие глоу-розы. Это прикольные цветы. Они на самом деле освещают. Так, ну это флюориты всякие. Это всякая руда. Эндерчаус. Это интересно, но нет. Так, стоп, я еще вон тут не разбил. Интересно, а можно прострелить сквозь вот эту штуку? Не, нельзя. Да на самом деле, что я? Ай. Провалиться можно. Ломаем. А почему не сломалось все? Почему сломалось так мало? Очень интересно. Отлетаем и стреляем. Так, товарищ дракон, ты будешь стрелять в меня? Или тебе это? О, он что-то сделал. Так, или тебе в пузо мечом? Ну, не то, чтобы у меня прям хороший дамаг. Так себе дамажок. Так, во, началось. А где? А где? Давай, стреляй. Черт, набрать Эндер Эйра намного проще, чем набрать, собственно, драконьего дыхания. Неприятно. Ну ладно, придется тут это походить, поиграть в живую мишень. В конце концов, вот тут слаймы, но из них, насколько я помню, ничего не вываливается. Все? Ну да, все. А, во, он когда висит над вот этой штуке, он сюда хорошо дышит. Сколько? 33? Мало, надо больше. Давай, стрелять будешь? Или сейчас я буду стрелять? Выбирай, кто стреляет, ты или я. Спасибо. Ну, ладно, баночки кончились. А, значит, началась вопрос. Я его вексами задолбаю или из лука? Ну, давайте, допустим, из лука. Главное, чтобы, когда ты в него стреляешь... А, у него защита от сам стрел. Главное, иногда стрелы возвращаются обратно. Так, ну, вот это вот мой лук. Вот такой вот. Вот, неплохо, да? Мне нравится. Куда полетел? Ну, все, я в него уже не попаду, когда он так далеко. Хотя нет, ты смотри, попадаю, стреляю. Какой я молодец. Да, в хвост прям. И в гриву. Такс. Берем наш молоточек, чтобы собрать лут. И собираем лут. Что дали? Soul Game Ender Dragon. Должны были дать какую-то штуку. Должны были дать какие-то его... У меня есть факел? Да, факел у меня есть. Чешуйки Ender Dragon'а. У меня требуют чешуйки. А это что такое? Ender Essence Ore.
Есть у меня такой, и много. Нет, она мне не нужна. Так, чешуйки, чешуйки. И литру делать. Она литра. Как делается и литра из вот этих штучек? А где их берут? Хороший вопрос. Неизвестно. Так, ну чего? Обиделся? Ай! Ну вот, я теперь не найду яйцо. Из прикольного. Кошки остались. Видимо, визор убил всю деревенщину. А, нет, вот деревенщина. Все нормально. Деревенщина осталась. Жива. Я просто проснулся здесь и... Там никого. Что мы делаем? Мы выбрасываем мусор. Вот этот вот. Это все сюда. Вот это все сюда, насколько я понимаю. Зря я закинул систему гроббаги. Да, летаю сильно лучше. Да, гроббаги здесь не нужны. Да и вот эта штука тоже тут не должна быть. Такс. У меня есть факел. И пошли копаться. Ну и, соответственно, да, как минимум нужен чорус фрут. И раз пошла такая пьянка, нужно взять... Так, а почему я такой покоцанный? Нужно взять один из гейтвеев и обозвать его дрэгом. Ну, потому что это же к дрэгону... Так, и перевыставить его. Ломаем вот этот. Нет, не вот этот, вот этот. И ставим тот, который дрэгон. Так, и включаем систему, чтобы работала. Я, теперь он как-то называется. Ну что, немножко эндерперлов у меня есть, никакой интересной руды я тут, наверное, не найду. Хотя у меня есть... Что у меня есть? У меня есть задача... Ой-ё! Мне дали 10 Ashidian Lanternов. Так, а это что дадут? Драгонхед. Ну, чё, полетели искать Драгонхед. Не такая уж и большая проблема. Я хотел посмотреть, какие у нас руды. Да, надо найти разноцветную и розовенькую. Окей, поищем. Поищем. Я боюсь, как бы кварк тут не испоганил весь энд до состояния, когда в него невозможно играться. Да. Такс. О! Silver Ore. А я его не добуду, да? Пошли домой. Где-то должен быть Netherite Pickaxe. Вот интересная история. Netherite Pickaxe был здесь. А его здесь нет. Как так? Абсолютно непонятно, что делать с вот этими штуковинами. Но они ставятся как-то сюда. Они, конечно, больше для красоты, чем функционала. Но пущай стоят. Штука для украшения печки. Так, они прям плохо ломаются. Угу. Ну, поехали дальше, смотреть, что там есть в этом вашем янде. Вот это вот синяя руда. Дайте сверху руду не добывать, чтобы не попортить антуражик. А здесь руду наоборот добывать. А, кстати, тут хорошо добывается это ваше... Азур Сильвер Ор. А почему-то в этом самом, как он называется-то, в... О, красная руда как раз. В One Block Майнере не добывалась. Вот я тут ее даже в полете добываю. Так, это корал. Корал мне, по-моему, не нужен. Или нужен? Нет, был нужен какой-то глинит, что ли. Ну ладно, смотрим, что здесь есть.
В общем, ни черта интересного здесь нету. Вот это что такое? Это Росскварц. Нет, не нужен нам Росскварц. Такого мы барахла видели. Нам нужен разноцветиум и англезит. В общем, нам куда-то вон туда. А, прям вот так вот сходу. Прям сходу куда-то вот туда. Так. Ищем первый город. Так-с. А, кстати, мы наши... Нет, это не... Ой, да, это кварковские вот эти дурацкие колонны. Нет, нам, пожалуйста, город. А, и немножечко вот этого барахла, которое мы у себя высадим. И оно у нас будет расти. Круть. Я думаю, мне хватит. Может, не хватит. Может, еще надо. Так, ладненько. Что показывает карта? Ну, нам куда-то туда, судя по всему. Вот эти самые кварковские кристаллы для телепортации. Брать, не брать миолиты. Миолит нужен нам? Нет, нужен юмус. И пурпур-блоки. Пурпур-блоков прямо здесь собрать. Можно, кстати. Обкорнать все эти деревья, а потом их срубить. О, вот эти дикие кварковские биомы. И я сюда не хочу. Но юмуса накопаю. А то что это я сюда пришел? Это... Нет, это... Поизмос. Поизмос — это такой инстоун. Окей, а где юмус? А, юмус, по-моему, в этих штуках внутри. Давайте в этом убедимся. Впустите меня. Вот это сейчас полетит хреновина. Юмус поисмос. Это ж юмус? Да, это юмус. Так, стек юмуса набран. Дойдут еще юмуса. Окей, ну, логично, да. А что с ним делать, с этим юмусом? 120 пурпур-блоков сделаем скоро. Инстон-бриксы сделаны. Инстон сделан. Хорошо, берем зелененькую урну. И беленькую урну тоже берем. В зеленую мусор. А в белую всякое полезное. Например, вот этот вот телепортер. Ой, а почему он не... А, стекается. Все хорошо. Так, еще из глупостей. Я не взял с собою... Да я вообще не взял с собою. И у меня ноль возможностей телепортнуться. Кстати. Что делать? Немедленно возвращаться назад. Так, а куда это возвращаться назад? У меня всего 10 минут осталось. Я сейчас это превращусь в тыкву. И это, кстати, не очень приятно. Ну, вообще, в принципе, мы можем построить телепортер сюда. Для того, чтобы построить телепортер, нужно найти какое-нибудь прикольное местечко. А, стоп. Всегда же можно воспользоваться этим самым модом. Во-первых, я хочу еще минуту. Во-вторых, я хочу посмотреть, что вот этот таймер делает. Он... Ага, его можно только включить, и надо было его поставить на спавне. Что это, Берримор? Это Voidstone из Кварка. Зачем он нужен? Неизвестно. Я же совсем забыл, что у меня абсолютно нету времени. Ну, давайте искать Инсити какой-нибудь. И около Инсити строится. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Здесь внутри, это Hardened Endstone. Дофига разных красивых камушков. Sandstone у меня есть наверняка. Но мы не будем этим заниматься, потому что из камушков делается броня, а на мне уже хорошая броня. Так, ну чего? Есть что-нибудь прикольное? Забавная история. Xeras Minimap. Это Minimap, это не map. То есть, ну что тут у нас есть? Давайте сделаем гейм Changrid.
Hide toggle minimap on zoom in, zoom out. Ну, zoom in shift plus, zoom out shift minus. Давайте посмотрим, может быть, можно воспользоваться этой картой. А можно? Нет. Это лучшее, что она дает. Ладно, пошли искать что-нибудь. А время, конечно, если постоянно жрать вот эти часы, у них кулдаун 1.5 минуты, а дают они минуту. Ну, то есть мы за полчаса, которые есть у нас без кулдауна, так, стоп, 40 минут, мы сделаем 100 минут. И добавляем себе 100 минут. Ну, в общем, мы можем летать примерно 200 минут вместо часа. Насколько я понимаю. Ну, прикольно, черт возьми. Тоже хлеб. А у меня это барахла стек. Так, ну что, продолжаем разговор. Где? Где все? Вот это интересный камень для строительства. Но я уже не буду строить. А что это такое? Миолит. А мне нужен был миолит? Что у нас по таскам? Нет, миолит нам не нужен. Продолжаем. Вдруг тут что есть? Тут есть пчелы. И я их хочу. И я об этом совсем не подумал. А, во-первых, кто вы такие? Эндерби, тупо. Хорошо. Знаете, наверное, остановлюсь вот здесь. Вот прикольное место с пчелками и все такое. Ну, просто очень стрёмно. Просто очень стрёмно. Так, нам сюда, пожалуйста, копипейстом, гаджетом. Ставьте вот сюда вот телепортер. Во. Такс. Забираем это барахло. И идем за тем, чем можно перетаскивать пчел. Так, куда идем-то? Где хоум? Вот он.